Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Ридди, и сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Wastewater. Это приложение ВКонтакте. Вот, Питер мертв. Вот, мертвый Питер, в общем, давайте посмотрим. Это, мне кажется, интересно, русские разработчики. Смотрите, на крыше написано «помогите». Вот, не «help», а «помогите». Замечательно. Ну, «help» бы, оно бы... Или «sos», да? «Sos», он бы намного короче вышло бы. Но все же, написали по-русски, потому что, ну, мало ли кто, может, не понимает, что такое «sos». Они написали «помогите». Реально, там нужна помощь. Так, что тут? Режим, значит, против игроков, кооператив, скоро, пока не появилось. Квест-режим тоже скоро будет, но пока не появилось. Можно создать игру свою. Вот, это, кстати, интересный, мне кажется, проект. Графика, в принципе, для приложения довольно неплохая. Но я думаю, она будет улучшаться со временем. Вот, почему, мне кажется, игрушка завоюет популярность. Будем смотреть, будем наблюдать за ней. Я буду выкладывать видео, да, в хорошем разрешении. Уровень экипировки. Так, второй у меня. Давайте против игроков. Посмотрим, что это будет. Так, а подключение к игре. Хорошо, давайте подключимся. Вот, первая загрузка может быть долгая, а последующие загрузки будут намного быстрее. Так что, ну, у кого медленный интернет, просто первый раз нужно немножко подождать, а потом уже пойдет по наклону, потом уже будет все хорошо. Так, ладно, ждем загрузку. Вот, можете почитать тут. Передвижение, цепь присесть, shift, пик. Также 5 видов, видимо, слотов, стрельба, перезарядка. Вот сообщение, смена канала, список игроков. Так. Да, кто оказался хитрее и умнее, намного важнее. А крутизна пушек не самое важное. Ну, одно из важных, ну, если есть смекалка, то можно и, не знаю, можно голыми руками человека, вот, в игрушке, конечно, сделать. Так, ну ладно, по-моему, загрузка прошла успешно. Так, вступаем в бой. Ух ты, у меня тут дробовик есть, пистолет, я так понимаю. Патроны, аптечки. Довольно-таки неплохой запас для начала. Выбор команды. Так, ГСБ или ПБ. Так, ну, я вступить хочу. Выйти из боя? Нет, зачем мне выходить из боя? Так, в команде вступить. Так, сены до начала раунда 50 секунд, минута. То есть сразу нельзя, видимо, вступить. Нужно дождаться начала раунда. Хорошо, мы подождем. Так, вот сообщение. Интересно, куда вводить? А, ну я пока, видимо, не могу ввести. Ладно, подождем немножко. Так, ну что ж, почти уже загрузилось. Это бета, значит, еще 0.91.115. Интересно, а где я? Где мой ник? И буду ли я сражаться? Я, кстати, не помню, чтобы я ник писал. Сейчас посмотрим, может быть, он автоматически как-то заполняется. И снова загрузка карты. Так, да, вот, да, Ридди, отлично. Окей. Вау! Как это громко. Значит, дробовик у меня есть. На кнопке Q переключать. Дробовик и пистолет у нас есть. Так. Кнопка 3, это значит аптечка. Ну, нам пока не нужна. Твою ж мать. Два вида оружия. Давайте возьмем пистолет. Вашу ж мать. Это плохие, что ли? Блин, не могу попасть. Да, я зеленый. А рукав зеленый, значит, это мои союзники. Твою ж мать, это прикольно. Так, перезарядочка. Видно, как пули летят. Можно на опережение стрелять, я думаю. Вашу ж мать. Перезарядка. Где мое здоровье? По-моему, мне еще нормально. Пока что со здоровьем. Ух ты, у меня опыт дали, отлично. Я убил Николая. А какой смысл в этой игрушке? Нужно что-то захватывать.
Захватывать слоты, что ли? А, вот, мне надо точку захватить. Это одно из важных показателей. Перезарядка. Так, броня пробита. Так, контрольную точку мы захватили. Кто там? Твою ж мать, вот он еще один. Сейчас перезарядимся. Так, отлично, убил. Еще один. Он меня видит, интересно, нет? Так, отлично, я убил. Точнее, хреново, я убит. А, так, убийств 3, значит, смерть у меня одна, что пока что. Одна, что пока что. Так, и нашу, по-моему, контрольную точку захватывают. Так, не дадим, не бывать этому. Так. Виртухай. Вон он еще один идет. Вот сволочуга. Все, конец раунда. Союзники. Так, мы победили, значит. Ура. Ну, неплохо. Я думал, это будет какая-нибудь выживалочка. Вот, ну это бойня. Ну, не знаю, но пока что средненько как-то. Следующий раунд. Вот, ну я думаю, игрушка только в начале разработки. Это пока что бета. Тестирование. Так что она вполне возможно станет очень хорошей. Так, а что я не могу идти, интересно? О, все, пошел. Так, что-то я никого не вижу, почему-то все стоят. Так, отлично, я его убил, 150 мне опыта, по-моему, дали. Так, давайте попробуем применить аптечку, как это будет выглядеть. Ага, сразу нельзя ее применить, то есть какое-то время должно пройти. Ну ладно. В следующий раз постараемся. Но это очень хороший такой момент, что можно лечиться. Отлично. Бля, меня убили. У него, наверное, броня была. Но Леху тоже легко завалили. Вот был бы у меня дробовичок заряженный, в принципе. Может быть, я и выжил. Так, ладно, ладушки. Ладушкин, а ладушкин. Так, пока что у меня здоровье есть. Блин, как же долго их убивать-то? Хорошо, кнопка 3 лечения. Успею, нет, интересно. Так, немножко подлатался. Ладно, берем дробовик. Фух, ну хоть кого-то убили. Опыта 147 у меня. Убийство 4, смерти 2. Так, давайте выйдем из боя. Ну, в общем, я вам обзор так-то показал, в принципе. Вот, победа. Получен опыта 568, а репутация 193.
Так, получено воды. У меня еще вода тут какая-то. 5000. Захвачено точек 25 секунд. Врагов убито 7. Урон. Ну, в общем, подробная статистика. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. А, у меня калибр так. Что у меня еще есть? Амуниция, значит, ну-ка. А из оружия что у меня? Есть бандам, отлично. Амуниция бандана. Можно что-нибудь другое одеть. А, можно снять вещь. Но мы это делать не будем. Боеприпасы, медикаменты. Пустой слот, можно будет покупать. Так, золото у меня 0. Онлайн, так, вода. Купить воду, зачем мне покупать воду? Пока что еще непонятно. Непонятно, пока что непонятно. Ладно, давайте зайдем в магазин. А в магазине пока что ничего не доступно. Из автоматов нифига не доступно. А, нужно 20 тысяч воды. За воду, значит, покупает. Ну, в принципе, у меня уже почти 10 тысяч. А, 200 тысяч. У меня только 10 тысяч, нифига себе. Пока что недоступно. Все дорого стоит за воду. А воду можно покупать, значит. Давайте посмотрим. А, нет золота. То есть сначала золото надо купить. Ладно, давайте что посмотрим еще в магазине. Также есть амуниция, боеприпасы, медикаменты. Так, симулятор, видимо, он быстро действует. Аптечка долго. Так, карабины тут всякие. То есть много, много всяких оружий. Вот это подешевле стоит. Карабины, снайперки. Ух ты, круто. Вот снайперку бы не помешало бы, конечно. Хорошенькую. Ладно, дробовики. У меня один пока что дробовик. Вода 0,5. 3,5 вода. Это, наверное, покруче дробовик. Так, можно, в принципе, какой-нибудь дробовичок купить. За 4000 воды. Давайте вот этот купим, мне кажется, это будет круто. О, на складе, отлично. Можно будет посмотреть. Также вот пулеметы тут есть. Пистолеты. Пистолет-автомат. Ну, потом поразбираемся. В принципе, тут все как бы мне нравится. То есть, допустим, пистолеты, они не такие дорогие. Ну, чем круче оружие, тем оно стоит, короче, стоит своих денег, оружие. Так, умение. Уровень 1. Уровень 2. Необходимо изучить 3 навыка. С вами будет больше шансов победить. Время оживления вашей команды снижаем на 1 секунду. 500 опыта. У меня есть опыт? Ух ты, круто. Не хватает. Ага. 2000 опыта. Необходимо изучить 3 навыка первого уровня. Навык стоит. Ну-ка. За время перестрелок вы усвоили одно простое правило. Кто первый успел перезарядиться, тот и выжил. Скорость перезарядки увеличена на 15%. Опыта, к сожалению, не хватает, но зато с вами будет больше шансов победить. Время оживления вашей команды снижено на 1 секунду, если вы живы. Блистательно. Так, склад. Оружие. Давайте. Вот, да, у нас. А, на складе, вот. Давайте экипируемся им. Этим. Вот. Это намного круче дробовик. И в бой давайте проведем. А, блин, занято. Хочу провести. Ну, посмотреть, какой дробовик. Мне кажется, это будет покруче дробовичок. Вот, и мы с ним с вами немножко поиграем. Слоты. Смена оружия, можно колесо мыши или Q. А кнопка V, я что-то не понял, что это такое. Так, вступаем. Вступить в бой. А, нет. Вступить. Давайте куда-нибудь уже вступим. До начала раунда. Да, то есть мне надо подождать 2 минуты. Неохота ждать. Не люблю ждать. Так, ну давайте подождем. Так, ну что же, игра загрузилась. Давайте посмотрим свой новый дробовик. Так. Пистолет тот же. Ну-ка, давайте сменим дробовик. Блин. Ну, довольно-таки получше будет. И там по 8 патронов.
Вот вижу одного. Да, с этим дробовиком у меня явно больше шансов будет. Так, я думаю, стоит подлечиться. Давайте подлечимся. Аптечки, правда, кончаются. Здоровья пока что хватает у меня. Ух ты, а он уже гранату применяет. Теперь зарядка. Да, неплохо я убиваю. Ну-ка, сколько? Четыре убийства и всего лишь одна смерть пока что. Неплохо, я бы вам сказал. Так, значит, здесь идет немного, 1,5 минуты еще осталось. Аптечки нельзя никак брать, жаль. Так, можно зайти в палатку. По-моему, там точку хотят захватить, ну-ка. Опять убили. Ага, значит, я 5 убил, 2 раза умер. Неплохой опыт тоже получили. Да, этот дробовик намного круче. Отлично. Так, мне нужно подлечиться. Давайте подлечимся. Все, у меня по полной. Ух ты, 2 убил. Замечательно. Так, Роберт. Раунд закончен. Давайте выйдем из игры. Сколько заработали мы? Так, полученная репутация, опыта. Так, ну довольно-таки неплохо. Что у нас тут? Есть рейтинг. Общий рейтинг, побед, поражение. Ух ты, тут 336 раз уже сыграл. Вот, ну я довольно-таки мало сыграл. Так, давайте посмотрим умение. Я предлагал быстро перезаряжаться купить. Отлично, хорошее умение. На 15% быстрее перезаряжаюсь. Вот, ну такая вот игрушка, я думаю, мы будем за ней наблюдать, периодически играть. Вот, пока что, я думаю, на этом... Ух ты, мне плакат понравился, Спарта. Спартанец, отлично. Вот, ну ладно, на этом я с вами прощаюсь, ребят, с вами был Даридди. Впереди еще будет много чего интересного. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. У меня идут игры, приложения ВКонтакте, все, что... Все приложения ВКонтакте, все игры... Вот, много еще интересного, все новинки на моем канале. Ну, почти все, 90% новинок, 95% даже. Вот, ну а я с вами прощаюсь, ребята, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.